Давай, брат. Серьезно? Просто раз и все? Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в Туалет Файт. Всеми желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайкосик, а также залетай в Телеграм. Это очень-очень важное уведомление, плюс расписание. В общем, ребята, как вы видите, у меня 205 тысяч чипов. Я капец как устал фармить их в открытом мире. В общем, погнали в магазин. Да, мы можем его купить. Ура, боже мой. Покупаем. Let's go. Да есть, ребят, обязательно поставьте лайкосик. С Новым годом. Да, ребята, какие замечательные туалетики. Так, давай. Сейчас выберем агента. Но мы еще сравним, обязательно, ребята, мы первую версию дофака тоже возьмем. Так, но сейчас у нас именно он. Да, вот такой вот красавчик. Let's go, берем. 12 тысяч, 76 тысяч хп. Ёшкин матрешкин, погоди, погоди, для сравнения. Ну-ка еще раз, давай-ка Титана возьмем. Секундочку, скажи, сколько у тебя? 1500, а у него 12 тысяч. Хотя я толком-то и не прокачивал прям так сильно, да? Ну-ка, обычный, обычный смотрим, ребят. 1500. 1500, ребят, ну это просто жесть. Какой колоссальный урон. Все, мы берем. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Бро, начинаем играть. Блин, ребят, вы не представляете, сейчас такой жесткий просто фонг играет. Но он по-любасу с авторским правом, поэтому, ребят, придется вырезать. Тут вы будете слышать какую-то мелодию, но она, поверьте мне, она не такая жесткая и крутая, как здесь. Это прям капец, это даже покруче, чем, ну, помнишь, доктор Ли всегда под фонг там ходил. Капец, он просто раз, раз ножкой. Так, идем дальше, ребята. О, сейчас босс будет. Так, а давай попробуем вот это, что это у нас? Ух ты, ёшкин кошкин. А ну-ка, он на всех? Офигеть, у него несколько способностей, круто. Так, кто там у нас будет? Секунду, бро. Секунду. Ученый! Блин, ну вы серьезно? Ну все, эта битва будет легендарный полюбас. Давай, брат. Серьезно? Просто раз и все? Я думал, сейчас он... Он просто ученого раз и трямснул, прикинь. Офигеть. Боже мой, ну это лучшая покупка за 200 тысяч, ребята. Это полюбас. Берите, берите, не пожалеете. Боже, погляди. Так, у него такая есть способность. Братик, не уничтожишь. Не уничтожишь меня вообще никак. Тут просто уровни вот так вот. Вот так вот, ребят, проходятся. Раз. Ну-ка, сплэш? Нет, блин, к сожалению. Так, вот, другой разговор. Так, ну что же, будем пробовать сейчас первую, да? Способность. А, вот так вот, ребят, смотрите. Он взял самурайские мечи. Хотя он, по-моему, и без них неплохо справляется. Ребят, поверьте мне, он и без них как бы нормально справляется. Берем. Да блин, возьми, возьми, братик. Капец. Блин, ну музыка здесь просто имбовая. Так, берем, берем мечи. Может как-то особенность какая-то будет, ну-ка. Как он, смотри. Слушай, имба. Раз, два. Хорош. Ну, чувак, тебе не жить. Слушай, ну это очень прикольно. Так, погнали теперь, возьмем нашего первую версию дофака. Так, сейчас секундочку, друзья. Вот он. Вот он, вот такой вот. Так, сейчас поглядим на него играть. Да, тут уже... Тут уже, ребят, к сожалению, ну нет этой музыки. Ну, блин, какой... Посмотри, туалет откуда-то появляется.
Он, в принципе, тоже сильный, погляди. Он тоже сильный. Капец, конечно, что происходит, посмотри на это. Далее. Далее, конечно, далее, ребят. Такс. На, вот такая вот способность. Ну, кулак тоже офигенная. Раз и все. Прижал. Так, это не наносит вообще никак урона, понял? Держи, дружище. Этого прижимаем. Давай, братан. А, даже, да, тут же еще он может забирать. Точно, 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 друзья. Блин, ну хорош. В принципе, первая версия тоже годная. Я даже не помню, сколько она стоила. Она, по-моему, 100 тысяч. 100 тысяч. Блин, капец, что он творит. Ладно, все, берем обратно вторую. Я хочу просто босса еще так же уничтожить, я просто офигел. Такое произошло. Да, друзья, к сожалению, такое произошло, поэтому берем вторую. Такс. Берем. Не знаю, хочется так-то еще прокачивать и прокачивать, ребята. Офигеть. ХП капец просто. Ну ладно, пусть так будет, а то мы уже увлеклись. И так очень много. И так. 13 косарей, офигеть. Круто. Вот насчет мечей даже не знаю, ребят. Как бы вроде как и без мечей он тоже крут. То есть берем мечи. А, ну у него сразу сплэш-дамаг получается на всех, да, распространяется, смотри, он раз. То есть убираем. Ну сейчас, он сам автоматически уберет. Вот, смотри, раз, два, три. Вот. А сейчас берем мечи. А, ну, тут он тоже как-то непонятно, неопределенно сейчас было. Так, вот, давайте, давайте. Ряд выстроился. На! Хорош. Ну и ты, дружище. Просто вот так вот и все. Хорош, идем, идем. О, опять босс. Да блин, тут так быстро можно до босса добираться, что капец. Серьезно, брат? Блин, вот жалко, с тобой просто нельзя. Слушай, а ваншотает, не? Интересно. Блин, там музон. Ребят, вам бы слышать, вам бы слышать. Чисто фонки, какой вообще клевый. Так, все аккуратненько, аккуратненько, дружище. Вот, сейчас он типа закончился. Так, 27 секунд, 26. Ну, блин, хочется чисто посражаться с ним, понимаешь? В чем прикол-то? Да, ребята, ну... Я почему-то подумал, у меня столько хп не должен был. Не должен был свалить. Ну, что делать? Ладно, друзья, все. На этом, в принципе, все, ребята. Обязательно ставьте лайкосик, залетайте в Телеграм. Будем ждать следующую игру от Дипперкольта и также обновление в Туалет Файт. Все, бай-бай, ребята.